7 юных жителей Вилючинска в торжественной обстановке получили свои первые паспорта в день образования Камчатского края. Полицейские представители администрации города вручили им основные документы, удостоверяющие личность гражданина России, и небольшие памятные подарки. Такое мероприятие в торжественной обстановке в день образования Камчатского края уже стало традиционным. Такой честью удостаиваются отличники, призеры олимпиад и молодые люди с активной жизненной позицией.